167 медицинских учреждений отремонтируют в этом году в Подмосковье. При этом будут учтены пожелания пользователей портала «Добродел». Подробности в сюжете Александры Томей. Из 1500 зданий, находящихся на балансе у подмосковного Минздрава, более 600 нуждаются в ремонте. На портале «Добродел» организовано голосование за реставрацию и благоустройство медицинских учреждений. Уже более 10 тысяч жителей Подмосковья отдали свои голоса и высказали пожелания по объему ремонта в конкретных зданиях. Около половины проголосовавших настаивают на проведении отделочных работ, замену окон и дверей, реставрацию цоколя и фасада объектов. Жители области имеют возможность не только проголосовать и оставить комментарии на портале, но и могут приложить фотографию. Ремонт в подмосковных медицинских учреждениях является одним из приоритетных направлений работы областного Минздрава. Так, в 2017 году отремонтировали 270 зданий. В планах на этот год еще 167 объектов. До конца 2019 года выделено свыше 8 миллиардов рублей на ремонт и реставрацию медицинских учреждений. Мария Антонова, Александра Томей, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.